Ребята, всем привет, с вами Финдер Алекс, и в этом видео я расскажу, как можно поднять коэффициент именно в вашем районе, где вы живете и где вы работаете. Давайте вкратце разберемся, что такое коэффициент Яндекс и вообще как он формируется. Эти так называемые КЭФы, они зависят всего лишь от двух составляющих. Это количество водителей на линии и количество заказов в определенном районе, которые делают клиенты. Соответственно, чем больше желающих клиентов уехать, чем меньше водителей, тем выше возрастает спрос, а значит возрастает стоимость поездок и коэффициент. И тогда мы в приложении у клиента видим такой значок, что повышенный спрос. Это логично, потому что когда есть 10 клиентов на одного водителя, естественно, Яндекс повышает цену. Так вот, наша с вами задача в этом видео разобраться, как сделать так, чтобы этот коэффициент стал выше. То есть водителей на линии стало меньше, а заказов клиентов больше. Делаем очень просто. Вот представьте себе ситуацию. Вы просыпаетесь утром, либо неважно вечером, хотите выйти на смену, и вы очень хотели бы, чтобы коэффициентики были повыше. Делаете очень просто. Скачиваете приложение Яндекс Про, вот это обычное клиентское приложение. Заходите под своим номером, неважно под любим, и ставим точку, как будто вы хотите заказать такси. Точка неважно куда, в аэропорт, там на вокзал, неважно что. Таким образом происходит что? На линии водителей стало меньше, а на одного заказа на один клиент стало больше. Сервер, система это увидела. Дальше вы берете телефон супруги, телефон ребенка и делаете то же самое. Скачиваете приложение, ставите точку, и таким образом в вашей области, в вашем районе уже там в 3 раза больше, например, стало заказов, вернее, на 3 заказа, чем было до этого. Естественно, если вы будете всего лишь один, то сильно это никак не повлияет и коэффициент не возрастет. Но если это будет делать каждый, а то и несколько сотен, а то и несколько тысяч водителей, которые живут рядом с вами, таким образом из водителей вы будете превращаться в клиентов. Еще раз повторяю, заказ делать не надо, нужно всего лишь показать Яндексу намерение, что вы хотите вызвать такси. И робот Яндекс это намерение, естественно, учтет. Чем нас больше будет в одном районе, ну, в любом районе, который есть, тем больше будет потенциальных заказов, тем меньше будет водителей, потому что вы пока еще не вышли на линию, и, соответственно, будет больше спрос и выше коэффициенты. Как еще можно усилить эту историю? Когда вы вышли на линию, взяли заказ и куда-то едете, сходите с линии. То есть вы везете клиента, а с линии сошли. Тем самым опять робот увидит, что водителей стало на линии меньше. Если это будет делать, ну, каждый из вас, кто меня видит, там, ну, ребят в моем парке. Кстати, распространите это видео, чтобы как можно больше ребят попробовали, протестировали эту историю. И таким образом вы уже везете клиента, у вас есть заказ, но вы не показываете Яндексу, что вы готовы принять следующий заказ. А это означает, что опять-таки количество предложений у нас уменьшается, водителей, а количество клиентов остается тем же самым, что они были, ну, либо увеличивается, если другие водители будут таким же образом на Яндекс.Про просто указывать вот таким образом Яндексу, что вы типа куда-то хотите поехать. Если честно, я не знаю, как это будет работать на практике, но, как говорится, попытка не пытка, никто никого за вас за это не забанит, естественно, потому что это абсолютно не нарушает никаких правил. Но давайте попробуем, протестируем. Нас достаточно много, а в моем парке вот работает несколько тысяч водителей, на линии несколько сотен водителей. Почему бы и нет? По поводу этой моей идеи пишите в комментарии, подписывайтесь на канал. Я тут даю только важную, интересную и классную информацию. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Делитесь с друзьями этим видео. Давайте вместе попробуем замутить эту историю. И я думаю, что уже в ближайшие дни, если много водителей узнают об этой фишке, кстати, эта фишка не только в Питере, но и в других городах тестируется, мы узнаем результат. Кто ищет надежный классный парк, кто хочет максимальный приоритет, посмотрите мое видео про парковый самозанятый. Потом в конце вы, естественно, увидите отзывы водителей, которые используют этот режим. Ну и всем удачи, всем хороших заработков и работайте только с надежными партнерами.